Сейчас, чтобы сделать фото, требуется одно мгновение, тогда несколько минут. Ретроспективу жизни Иваново-Вознесенска представили в музее Первого Совета. Фотовыставка объединила кадры, где запечатлены простые рабочие и богатые фабриканты. Об истории родного края гостям рассказала куратор Анастасия Митрошина. Людей заинтересовали снимки, которые сделали в начале 20 века. Сегодня, конечно, город наш изменился, заметно изменился. Но я думаю, что каждый посетитель все-таки вынес для себя то, что, несмотря на наш город сегодня современный, развивающийся, наш город действительно с большой историей. На стенах в основном висят репродукции архивных фото. Самые ценные экспонаты на музейных витринах за стеклом. Предметы дамского туалета, перчатки, сумочки и монетницы. На этом стенде собраны материалы, связанные с культурной жизнью города. Здесь представлены самые разнообразные программы, спектакли, бенефисов. Императорских актеров императорских театров, которые приезжали сюда на гастроли. Ивановец начала века, а точнее житель города Иваново-Вознесенска, мог пойти на художественно-промышленную выставку в музей Дмитрия Геннадьевича Бурына, мог посмотреть на заезжих артистов, клоунов, Бима и Бома. То есть развлечения были самого разного характера. Чтобы привлечь молодое поколение, организаторы оформили стильную фотозону. Любой желающий мог сделать винтажное фото на фоне драпировки, как это делали прабабушки и прадедушки современных ивановцев. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.